Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать всех вас на моем канале в очередной распаковке. В инстаграме я вас спрашивала, стоит ли снимать распаковочку, и большинство ответило да, поэтому я сижу перед вами и снимаю. Но в этот раз немножко будет по-другому, раньше обычно я все распаковывала при вас, но в этот раз я все померила, проверила, кое-что исправила, что-то не работало, и теперь уже снимаю полноценный свой отзыв, потому что в этот раз была не только одежда, но и техника, которую нужно было проверить. Собственно говоря, я это все сделала и уже могу похвастаться с вами. Это видео я решила снимать при искусственном освещении, чтобы показать вам вот эту вот красоту. Гляньте. О, давайте сделаем желтенький. Или вот такой. Но мне больше всего нравится красный, и под мой прикид круто смотрится красный. В общем, это светящаяся лента. Я ее купила специально для мукбанков. Она двухсторонняя, то есть ее можно приклеить куда угодно. Одна сторона липкая. И это, мне кажется, огромный плюс. Давно я искала, нигде не могла найти. Потом вдруг увидела на Shein. Кстати, на AliExpress она стоит немножко дешевле. Но я решила уж брать Shein. И вот такой вот пульт. Сначала я подумала, что он не работает, но потом мой двоюродный брат объяснил мне, что в такие пульты надо засовывать батарейку. Да и вообще, если товар беспроводной и не втыкается в розетку, значит, тут нужна батарейка. В общем, быстренько я управилась. Мне очень нравится. Сейчас светит ring light и не так сильно виден эффект. Но когда просто включаешь изголовье кровати, прям вся комната светится и смотрится очень круто. Опять же хочу отметить, что все покупки, которые сегодня я вам покажу, я купила за собственные деньги. Это видео не спонсированное, никто мне ничего не присылал на обзор, поэтому я могу вам говорить честное свое мнение. Давайте начнем с очень выгодных покупок. Я купила себе такое платье, на которое заглядывалось все лето, потом не взяла, а сейчас оно было на скидке. Я купила это платье всего за 5 долларов. По мне это просто даром. Мне очень нравится фасончик, рукава классная, расцветочка обалденная. Я взяла в размере XS, потому что S-ки не было. Длина оптимальная, ни коротко, ни длинно. Материал обалденный, нигде не торчат нитки. Следующее лето буду гонять в нем обязательно. Когда смотрела на картинки, думала, голубое у меня одно платье есть, и я боялась, что фотография немножко искажает изображение и придется всем голубенькое платье, но я была очень рада, когда мне пришел такой насыщенный синий цвет. Кто смотрит мои распаковки, у меня есть платье нежно-голубого цвета, и я боялась, что цвет будет очень похожий. Очень довольна, советую вам, если еще остались, обязательно оставлю вам ссылочку и берите. Даже не думай, за 5 долларов что можно купить? Вторая вещь, которая тоже досталась мне почти даром. Я понимаю, что подобный цветочный орнамент платьев у меня очень много, да и такого цвета тоже платье у меня летнее имеется. Но я не могла пройти мимо, это платье стоило 3 доллара. 3 доллара, представляете? И я решила его взять. Ничего плохого не могу сказать, кое-где торчали нитки, их я аккуратно отрезала. А так материал обалденный, правда, немножечко, вот совсем капелюшечку просвечивает. Для кого это принципиально важно, то не стоит брать это платье. А так был размер и S, и M, и L. Я взяла XS и села отлично. На мой взгляд, вот эти вот ниточки стоит немножко подрезать. В общем, в этот раз я купила все очень выгодно. Но, к сожалению, все летние вещи, потому что на летние вещи была 80% скидка. Правда, немножечко они нам лукавят все-таки. Они добавляют пару долларов к цене, а потом делает скидку. Как я это поняла? Я просто взяла свой старый заказ, зашла и посмотрела на цены. Заказ, который я делала в начале лета. И оказалось, что, например, товар я купила за 10 долларов, они его ставят за 12, потом перечеркивают и пишут 4 доллара. Но все равно, чем покупать за 10, лучше купить за 4. Я люблю экономию, вы это знаете, поэтому не удержалась. Я хотела себе купить купальник, такой обалденный. Он стоил 2,5 доллара, и как только я хотела сделать заказ, что-то лень на меня напало, я решила сделать заказ завтра, и завтра он уже стоил 5. Дальше вот такие брючки. Очень интересный рисунок, розовенький. Я думаю, летом с каким-то топиком будет просто топ. Я просто посмотрела на свой гардероб, когда недавно его разбирала, заметила, что у меня очень много платьев, а у нас в Баку бывают такие ветры, что в коротеньких платьях очень тяжело выйти на улицу. У меня была одногруппница, и она всегда ходила в супер коротких платьях, и однажды учительница у нее спросила, говорит, как ты в таких платьях ходишь в универ при таком ветре? И она сказала, все очень просто, я просто надеваю красивые
красивые трусы. Чтобы не надевать красивые трусы, а выгуливать дырявые, я взяла себе вот такие вот штанишки. На лето они очень легкие, классные, мне нравятся. Правда, к сожалению, длина мне не подошла, и мне придется их порезать. Хотя бы вот на столечко. Но ничего, схожу к швее, я обязательно это сделаю. Возможно, не сейчас, а ближе к лету. Такое качество. Все идеально, нигде не торчат нитки. И за $4.5. Здесь тоже размерчик я взяла XS. Сразу вам скажу, что очень сильно больше мерят. Давайте перепроверю. Да, размер здесь у нас XS. И он мне как раз. А лучше просто читайте отзывы. Я в последнее время оставляю кучу отзывов и получаю оттуда баллы. Но это так вам, на заметку. Что касается технических моментов, купила два таких USB-провода для айфонов. Один себе, другой своему парню. Выглядит он вот так вот. Ну, обычные самые. Просто дело в том, что я у нас здесь в городе часто покупала, но постоянно они работают недельку, две, и потом перестают работать. И причем ни один магазин не несет гарантию, что хотя бы неделю или месяц их товар будет работать. Поэтому я решила попробовать USB с Шейном. И 3 месяца ровно у меня он работает, как часы. Осталась довольна, поэтому решила взять сразу себе на запас и еще парню на подарок. Также из мелочевки взяла резиночки. Здесь 100 штук, здесь 500. Это, как я поняла, одноразовые резинки. Вот, например, сегодня я сделала такой хвостик. Обычно, когда я разбираю свою прическу, у меня просто в руках остается огромный клочок волос. И для этого идеально подойдут вот эти резинки. Я просто их срезаю, и все, счастливо я хожу себе дальше. Эти, конечно, не одноразовые, но тоже очень удобные. Получаются намного бюджетнее. И я не знаю, куда деваются резинки в моей квартире. Вот абсолютно. Они просто испаряются. У меня, наверное, есть домовой, который просто их прячет. Но прячет навсегда, потом не отдает. Поэтому нужно закупаться. Еще заказала вот такую вот расческу для Твикса. Было куча положительных отзывов об этой расческе. Но если честно, моему котику вообще не нравится, когда я его расчесываю. Он просто как ненормальный убегает. Если расчесывать по росту волос, то волосики сильно не лезут. И особо такой огромной пользы от этой расчески я не увидела. Возможно, надо как-то приноровиться. Или, возможно, просто Твикс в последнее время что-то не линяет. Он обычно весной очень сильно линяет, сейчас я особо не замечаю. Но в любом случае будем пользоваться. Не могу сказать, что я прям в восторге, но и неплохо. Есть там и другие виды расчесок, мне кажется, все-таки присмотритесь к другим. Много у нас сегодня мелочевки, однако. Решила взять себе розовую мышку. Вы знаете, что я обожаю розовый цвет. У меня все должно быть розовое. И когда я чисто случайно наткнулась на эту мышку на сайте Шейн, я поняла, все, покупаю, она мне нужна. Но, к сожалению, она не работает. Я сначала подумала, что, возможно, я чего-то не знаю. Решила взять мышку и отправиться к своему брату. Он посмотрел мышку и говорит, здесь никакие батарейки вставлять не нужно. Просто засовываешь в ноутбук, и она должна работать. Это просто заводской брак, если возможно, верни. Пожалуйста, мои хорошие, правда, мышка стоит недорого. Но если вы знаете, как написать в техподдержку Шейна, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм, покажите, подскажите. Все-таки жалко выбрасывать деньги на ветер. Товар не работает, он неисправен. Хоть это и копейки, но все равно хочется вернуть денежки. Кто знает, обязательно напишите мне в Инстаграм, буду безумно благодарна. И последнее, что покажу вам из мелочевки. Зачем это мне нужно? Блин, я 3 года хожу с папиным брелком, с футбольным мячом, прикиньте, сколько времени. И всегда, когда я захожу в магазин и вижу брелки огромные, там какой-то пушок, какой-то медвежонок, да блин, это же неудобно. И увидела на Шейне такой вот мимимишный брелочек, мне он очень понравился. Здесь одно крыло и вот такая бусинка. Очень красиво смотрится, мне нравится. И у нас еще кое-что осталось из одежды. Да-да там. Мне очень-очень понравилась эта кофта. У нее было очень много заказов. Покупала без скидок. Все, что с длинным рукавом, это без скидок покупала. Безумно приятный материал. Очень нравится рисунок. Сел идеально. Единственное, что меня немножко смущает, вот эти вот прорези для рук. Они сделаны не очень аккуратно. Здесь немного торчат нитки. Но это все не критично. Я до этого знала, что дела обстоят именно так, потому что девчонки оставляли
отзывы, я все это видела, но все равно решила заказать, потому что альтернативы, точь-точь такой же кофты, там другой не было, поэтому даже не думая взяла. И похожая вещица, просто черная, с вот такими вот швами зелеными. Очень нравится, сидит обалденно, хоть черный цвет, но всю шерсть Твиксы не собирает на себя. Безумно красиво подчеркивает фигуру, я очень довольна покупкой. Буду носить осенью, зимой просто с удовольствием. Это тоже я купила без скидок. Все, что с длинным рукавом, это уже без скидок. И вот это вот платье, правда, оно мне, понятное дело, не по размеру, это размер L. И вот это платье я заказала для жены двоюродного брата, ее зовут Первана, она сейчас беременная, беременяшка. И я у нее сразу уточнила, хочешь ли ты платье, в которое ты можешь влезть сейчас, или что-то хочешь на весну. Она сказала, что это положение, оно временное, лучше что-то на весну. И мы с ней вместе выбрали это платье, и кидала фотографии вариантов, которые мне нравятся, и она сама одобрила этот вариант. Я просто на подарок заказала ей. И последнее, что я вам покажу, платье, от которого я просто осталась в восторге. Я показывала его вам в Инстаграме. Я получила столько реакций. Прикиньте, на это платье было 98 реакций в Инстаграме. Вы отправляли смайлики с вот такими вот глазками, сердечки. Я поняла, что вам понравилось. Короче, платье обалденно сидит. Кто считает, что это вульгарно, некрасиво, можно носить, пожалуйста, с теплыми черными колготками, и все окей, ничего не видно. Такой классный материал, очень приятное на ощупь. Стоит такое платье $15, но даже если бы оно стоило 30, я бы все равно его взяла, потому что это просто любовь. Когда я только получила посылку, я, конечно, поделилась своими впечатлениями, ощущениями вместе с вами в моем Инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Я хочу сделать небольшой такой перерыв заказов Шейна, не знаю, насколько меня хватит, конечно, но зимние вещи мне не настолько сильно нравятся, как летние на Шейн. Никаких промокодов я вам не советую, а это значит, что все товары куплены за собственные деньги. Вы не представляете, как неприятно постоянно читать комментарии, что тебе это все присылают даром. Я устала в Инстаграме выкладывать скриншоты, что я сама это все купила за свои кровно заработанные денежки. Вроде как я ничего не забыла. У меня такое странное ощущение, что я что-то забыла вам показать. Если забыла, то обязательно покажу в Инстаграме. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю